5 часов спал. Хочу опять играть. Моя. В этот раз я хочу победить врага с помощью бомбардировщиков и своих собственных ядерных бомб. При этом сдерживать вражеский ядерный натиск. Не представляю, как это будет. Еще. Трое против одного. Три компьютера против меня одного. Расы их не, я не знаю. Без исключений. Лаунч. Ланч. Красный и зеленый. Это нормально. Фиолетовый. Храм. Космический храм иллюминатов. Это двухсторонний телепортер. Он позволяет врагам использовать его тоже. Не только вам. Сохраняюсь. И начинаю играть. Сначала здание. По-другому не уходит. Строю все, что всегда строю. У меня выработана уже здесь тактика, стратегия, что это? Стратегия. Нет, это тактика. Тактические маневры сейчас у меня. И за кратчайшее время развиваю экономику. Трактор материи я построил. 8 штук будет. И 6 научных станций. Тоже все построил. Бомбардировщики пролетят уже вражеские скоро. Может, так лучше? Без облаков. Из ветра все равно я слышу. Да, без облаков лучше. Сейчас этим бом... О, это кто? Это не бомбардировщики, это же роботы. О-о-о. Как необычно. Такого раньше не было. Так, командир идет два. Идет два. Похоже, жаль его.
Ай-яй-яй, как жалко. Иди сюда, сейчас они все успеют вынести. Эти гады. Эти подонки. Ну ничего, я их разберу, на них целовал. Гады красные. Сейчас пушка Гаусса появится. Опа, все, досталось там. Все это соберет на металлолом, построит экстрактор материи новый. Все, собрал. Строй и возвращайся обратно на базу. Зенитки надо срочно и ремонтные установки. Так, чё, один у меня без денег. Строитель, инженер. Зенитки появились. Бомбардировщиков я не вижу. Какой-то робот. Кого-то убили. Ремонт. Смотрите. Вражеский бомбардировщик. Универсальный. О, собирает металлолом. Commander under attack. Вот как хорошо стоит. Инженер. Ремонт есть. Commander under attack. Вот кто-то его атакует. Так, командир должен построить уже что-то такое. Бомбардировочная. Нет. Наземная. Оу. Ау. Ау. Так, ладно, выстроить уже генератор энергии. Много мне надо. Их надо много-много. Ты один инженер, будешь мне тут все генераторы энергии строить. Так, командир, чё? Ой, какой толпа. Какая толпа врагу. Это как бы так поменять. Так, теперь больше стало у меня. Commander under attack. Строится.
потери могу строить. Так, другого. Вот этого. Четыре. Так, ну немножко прокачиваю теперь здание. Щиты, артиллерию строить или нет? Или без артиллерии попробую сражаться? А попробую без артиллерии в этот раз. А как же? Ой-ой. Так, тут что-то у меня опасное. Нет, артиллерия нужна хотя бы не дальнобойная. И так обойдусь. Конвертирую уже. Набью в материю. Так. Строить уже. Так, еще построй. Да, не просто там не подойти. Так, надо уже истребителей строить. А, нет, не истребителей, а бомбардировщиков. А, истребителей. А, никого. Так, истребителей. Commander under attack. Ядерка. Ядерка. Так, ты строй щиты. Пока что. Ты строй еще пушки. Этой энергии для защиты, для ремонта всего этого безобразия. Так, ну что это мыслит? А, только для артиллерии. О-о-о. О-о-о. О-оу, щит появился. Блин, очень-очень ровный. Атака захлебнулась. Но я получил поддых. Конвертируй вместе. Вместе не конвертируй. Бак в игре. Так, разбирай вот эти.
Так, я легко могу настроить. Так, сюда щиток тоже надо. Отрываги для ремонта. Так. Командира подкачаем. Слегка. Должен уже противоядерки строить начать. Штучки. Ой. Заказываю строительство уже. Ядерных уже. Ой-ой-ой, винты нужны. Я вижу. Построить больше инженеров. Так, больше нужно мне. Thank you.
помещение здесь обещал построить. Пушку. А, да. Он у меня один все строит. Ну ладно. Ой, артиллерия началась. Скорее развиваемся. Артиллерия начала не отрабатывать. Что, мощно? Оу, как мощно меня атакует. Так, один инженер должен построить обратно. Все, инженер отправляет армию. Поскорее. Скорее я тороплюсь. Появился первый. Выходает на две. Кого еще прокачаем? Так, командир, нитку. Ой, перегрузку. Щип. Бункер. Так, здесь. Что ты будешь делать? Commander under attack. Да. Перевелся к командиру. Он всех убивал. Commander under attack. Всех убивал. Я прыгал вырожу. Щиты пригодятся. Инженером зрение улучшу. Так, воздуху крепость нужна мне. Пожалуй. Построить что? Щиты. А, сюда надо. Оп, противоядерную ракету строят у меня сразу 4. Ой, что-то сломали.
Ой, что-то сломали. Плюс 700 энергия. На маленьком участке плюс 700 энергии. Что сломали? Вот так. Больше, больше. Плотненько застраиваю. Так, вот он щит. Успеет построить, надеюсь. Хотя бы один щит уже сильно будет. Оп, щит есть. Я один инженер. Вот щит есть. Ой-ой. Ой-ой-ой. Трактор. Конвертер материи под уровнем. Щиты сюда. Я не успел. Артиллерийская атака. Энергии у меня очень много на таком маленьком участке. Так, прокачаю командира еще. Настройку. А он у меня прокачан. Давай, командир. Ой. Ой-ой, что это такое? Это инженер, кажется. Сколько строишь чего? Видимо, это очень важный участок. Раз его так сильно... Дали. Больше щитов.
сражаюсь. Разные. Три разных раса. Три разные расы. Так, может разведчики мне помогут? Пробили мои щиты, они дали. Я поставлю еще щиты. Позднее. Так будет быстрее. Конвертеры потерял я. Да, не просто из артиллерии. Все поломали мне. Как? Или уже? Кто виноват? Где я ошибся? В общем-то, вот этой маленькой площади хватило, чтобы плюс 700 энергии сделать. Но дальше я что-то дал спадинку. Дал спадину. Может, надо было сразу строить ядерные ракеты? А тут что у меня было? Артиллерия была? Не было артиллерии. И противоядерки не было. Я могу сюда бахнуть ядерку. Получилась игра. Решила. Тиранство. Так, сейчас у него прочность 55 тысяч. Сейчас прокачаю это максимум. Сейчас прочность 75 тысяч. Прочность. О, ядерная ракета пришла ко мне. Ядерки, видите, страшные. Артиллерия, о-оу, было опасно. Где мои еще самолетики все? Я радар не построил ни одного. Либо его сломали. Теперь я вижу это. Опа! Ядерная ракета. Артиллерия. Дальнобойная. Да, как-то надо одновременно ядерный ракет строить и против ядерного. Шахты. Ладно.
тебе мой командир скажет. Аркус. Командир, иди. Истребители сопровождают командира. Командир идет. Атаку. Сейчас командир им покажет, как надо. Командир раз. Commander under attack. Вот пацан. Свои взрывы за то, сколько всего разнес. Статистика впечатляющая. У одного экспериментального я какого-то грохнул. По энергии рекорд у меня. По очкам исследований тоже сохраняю реплей. И отдыхаю, пожалуй. Стоп запись.